Привет, мои дорогие телезрители! Предлагаю вам сегодня вместе со мной сделать красивую нарядную косичку из платка. Я накинула платочек треугольником на голову, собираю его на затылке и делаю хвостик. Если у вас нет резиночки в цвет платка или вообще любой резиночки, вы запросто можете заколоть булавочкой. Теперь для тех, у кого короткие волосы, мы надеваем на этот хвостик бублик. У тех, у кого длинные волосы, вы выпущенную свою косу обматываете вокруг резиночки. Ищем край платочка, которым можем закрыть наш бублик. Желательно, чтобы он был двухслойный, потому что темный бублик или темные волосы могут просвечиваться через платок, а двухслойность поможет скрыть темный цвет волос или бублика. Теперь вы этот хвостик можете оформить, как вам нравится. Я сейчас буду делать косичку, но вы всегда можете оставить вот такой вот хвост, добровольно его как-то повесить, или прямо, или можно зафиксировать на плече, допустим, если вы носите открытые какие-то наряды. Двигать головой удобно, ничего не натягивается, поэтому так спокойно можно ходить и носить. Так, как мы делаем косичку? Мы находим 3 пряди и заплетаем их между собой. В конце, когда у нас одна, средняя прядь, она самая короткая, она заканчивается раньше остальных, мы можем продолжить жгутом. Так, вот таким вот способом продолжить косичку или уже ее оформить, то есть завязать. Я беру прядь, которая самая длинная, и завязываю плоский узел. Чтобы он не топорщился, я завязываю его вот таким способом. Все. И как всегда, я благодарю вас за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. И скоро мы с вами увидимся. Я на это очень надеюсь. Пока, друзья.